А перед началом данного видео я хочу порекомендовать вам мою группу ВК. Здесь выходят самые свежие новости о карте Shadow of Avernus и о самом проекте в целом. Также здесь есть беседа, где вы можете посидеть у сталкерского костра. Куча мемов, которые служат для поднятия вашего настроения, ведь смех продлевает жизнь. Ну и конечно же гора качественной музыки под каждой записью, чтобы устроить музыкальную паузу у сталкерского костра. А еще именно в этой группе я выкладываю рисунки своих подписчиков. Если вы любите рисовать в тематике сталкера, то милости просим к нам в группу. Так что не стесняйся, сталкер, заходи, не пожалеешь. Короче, меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Ну чё стоишь? Подходи, я не кусаюсь. Выбирай, как мы с тобой поступим. Есть дело, меченый. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. И его надо найти и забрать информацию. Уж живого или мертвого, мне все равно. Сходи к волку из местного лагеря. Расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. Хорошо, Сидорович, я его найду. И никого на горизонте. Вот и ладушки. Вот и хорошо. Допрашивает как-то погонник матерого сталкирюгу. Значит, вы признаете, что в нетрезвом виде пытались покинуть территорию зоны в районе 12-го блокпоста и имели при себе запрещенные к выносу за ее пределы предметы. Ну, того запарило третий час под конвоем сидеть. Он ему и говорит: «Так ее, признаю, командир!» Всем хорошки, с вами на видеосвязи прямиком Ачезело Игонус. И сегодня я вам покажу, как сделать самое настоящее меню из сталкера в Майнкрафте. Надеюсь, что этот туториал для вас будет познавательным и очень интересным. Потому что, как я заметил, многим нашим, так сказать, картоделам интересно сделать именно свою менюшку для своих проектов. Потому что, ну, многим уже наскучило обычное ванильное меню самого Майнкрафта. А тут мы сделаем самое натуральное сталкерское меню для карты Shadow of Avernus. И еще кое-что. Сталкеры. Сегодня, 28 ноября, родился один из моих подписчиков. Кличка этого сталкера — Медведь. Желаю тебе всего самого наилучшего, друг. И давайте, чтобы поздравить нашего медведя, наберем на этом видео 60 лайков. Как говорится, вам не сложно, а нам с ним будет очень приятно. И еще кое-что. По моим данным, сегодня еще и День Матери. Так что поздравьте своих матерей с этим замечательным праздником. Ну что же, а я уже буду начинать переходить к туториалу, а то заболтался я тут с вами. Ну что же, а мы начинаем. Вот такой я скачал, так сказать, текстовый пак, из которого мы будем делать наше новое меню. Тут меню довольно статичное, Майнкрафт и всякое такое. И на основе этого меню
мы сделаем наше сталкерское. Вот как вы видите, здесь вот и магазин вот такой. И тому подобное. Угу. Кстати, меню я выложу после 40 лайков. Так что опять же, наберем 40 лайков, и вы уже сможете полноценно работать над меню вашего проекта. Что же, мы перешли в ЕС-проводник, где мы будем делать непосредственно наше меню. Для этого мы должны сначала перейти в папочку Games, Commojang, Resource Packs, чтобы найти нужный аддон, который я скачивал, который мы будем видоизменять, чтобы сделать свою менюшку. Так, я его переназвал SOAI. Теперь заходим в GTA папочку. Здесь у нас все необходимое для нашего меню. Здесь всеобразные картинки, к которым привязаны файлы. Но если судить на практике, то меню это самое простое, что только можно сделать. Потому что здесь, в принципе, скачиваешь текстовый пак, смотришь, как он работает, и, в принципе, уже знаешь, что, где и как. В AI, вот здесь, в этой папке, находится тоже все, что нам необходимо. Во-первых, AI Devs, это прописано все то, что касаемо GTA. Вот, видите, GTA Main BG Uncomponent, там и тому подобное. Это вот таким вот образом все настроено. Также вам здесь понадобится о том, how to play. Тут тоже вот такой файлик понадобится. Но, в принципе, это я все выложу. Так что вам это даже искать будет не обязательно. А просто запомните все то, что я буду делать. Ну-с, ладно. А сейчас я буду вам показывать, как мы будем видоизменять наше ванильное меню Майнкрафта на более сталкерскую тематику. Так, заходим сюда, в GTA, и как вы можете заметить, здесь находятся картинки. Картинки у нас в основном и отвечают за наши менюшки. И именно эти картинки мы и должны заменить, чтобы у нас было красивое, атмосферное, сталкерское меню. Что же, я уже тут кое-что подготовил для всего этого, уже дал нужное название нашим картинкам и готов полностью к переносу. Сначала мы делаем наше главное меню. Main Menu BG. Вот, как вы можете заметить, вот так заменили, и теперь эта картинка будет нас приветствовать, когда мы заходим в наш замечательный Майнкрафт. Это у нас значки Xbox. То есть вы помните, он в левом нижнем углу находился, и теперь у него будет немножко иная текстура. Текстура ярлыка Stalker Shadow of Chernobyl. Что ж, финита. Мы все то, что нужно было, заменили на необходимые нам элементы. Теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть в самой игре. Вот так нас встречает наш Майнкрафт. Сейчас подождем загрузку, и появится наше новое сталкерское меню для Shadow of Avernus. А, и еще, чтобы заменить ванильный текст Майнкрафта, вот как мы его заменяем на Shadow of Avernus надпись, нужно просто его, опять же, переименовать там на Title 2. То есть берете совершенно любой текст туда вставится и подойдет. Тут проблем не будет. Думаю, сами разберетесь. Ну что же, вот у нас меню немножко прогружается. Оно поначалу немножко вот так выглядит коряво. Но сейчас все будет так, как нужно. Но вы уже можете видеть, какое у нас появилось красивое сталкерское меню. Эх, вот прям уже достойно сталкера Shadow of Avernus. И думаю, я вот это меню оставлю как AI-элемент. И кому захочется вот именно поиграть вот с таким красивым артом и с надписью Stalker Shadow of Avernus, то сможете его скачать после 40 лайков. Так, также вот здесь у нас изменены настройки. В настройках теперь стоит вот этот арт. Кстати, этот арт был самодельный, почти как и все мои работы. Вот так у нас видоизменился магазин. Теперь здесь стоит баннер из видео про метро Fear Future. Эх, были же хорошие деньки. Так, давайте посмотрим еще, как здесь что изменилось. Вот здесь опять же вот такая красивая менюшечка. Эх, как печально это говорить, но наше видео постепенно подходит к концу. Надеюсь, данный туториал был для вас интересным и занимательным. С помощью данного туториала вы сможете делать вот такие красивые
и интересные меню для ваших проектов. Всем спасибо, все свободны. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Твое желание скоро исполнится.